бы хотелось послушать и ваш анализ, и ваши предложения. Министерство иностранных дел России представит свои соображения по поводу ответов, которые мы получили на наши предложения, направленные американским коллегам в Вашингтон и коллегам из Североатлантического альянса в Брюссель по поводу организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе, и ответа на наши озабоченности, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток, теперь уже и за счет бывших республик Советского Союза, включая и Украину. В общем-то, угрожают евроатлантическому региону, имея в виду то, с чего мы начали в наших инициативах. И по этим вопросам ответ отрицательный. Он нас, конечно, удовлетворить не может. Сказано, что превыше всего это право любого государства выбирать союзы, присоединяться к союзам, менять свои союзы. И это как бы не обсуждается.